Всем привет! Начинаем очередное путешествие с компанией «Ларуссия», с моими друзьями из Москвы. Ну, теперь уже по нашей России. Вот. Я тут как-то сидел, смотрел на карту, думаю, что ближайший город есть такой, по моему мнению, красивый, от Петербурга. Ну вот нашел Великий Новгород. Я никогда там не был раньше и решил туда съездить. Сообщение прекрасное. Ходит туда автобус, ходит туда экскурсии. Можно ехать в Великий Новгород на «Ласточке». Это очень комфортабельный поезд. Стоимость проезда 400 рублей. Вот. Город Новгород небольшой, но достаточно красивый. Поражает обилие церквей, конечно, куполов. Огромное количество. И видно, что это старина такая. Вот она просто видна. Рекомендую всем взять, если вы вдруг поедете в Великий Новгород, взять, конечно, экскурсию экскурсовода. Потому что так одному ходить, ну, можно ходить, конечно, но это достаточно долго и муторно. А Великий Новгород — это не только Великий Новгород, но еще и пригороды, в которых расположены различные монастыри, которые тоже, в общем, неплохо и посетить бы. Поэтому мы взяли экскурсию, у нас было запланировано уже, вот, и просто с экскурсией прошлись по городу. Нам рассказали все, но я сейчас не буду рассказывать про какие-то исторические данные глобальные. Я хочу сказать, что просто Новгород — это древнейший и известный городов, известнейший город России. В 2009 году официально отметил 1150-летие. Центр Новгородской Руси в средние века. Стоит на реке Волхов. Хорошая река. Красивый вид оттуда. С моста на этот Кремль Новгородский. А в 1136 году он стал первой вольной республикой. Вот тоже, да, интересно. Был центром. И центром одним из городов Ганзейского союза. Кто не знает, что такое Ганзейский союз, посмотрите, тоже очень интересно. И, кстати, этот Ганзейский союз дал деньги для того, чтобы хоть что-то там в Новгороде отреставрировали. Потому что, ну, видимо, вот как раз в 90-е годы там был упадок ужасный. Кстати, в 90-е годы население на Великого Новгорода составляло 200... где-то порядка 250 тысяч человек. Кстати, достаточно часто используют название Великого Новгород как «Господин Великий Новгород». Вот. Вот что еще сказать. Вот я сделал маленький такой сюжетик, поснимал, пофотографировал, какое-то видео вписал. Посмотрите, я думаю, что есть смысл поехать посмотреть, кто никогда не был. Я вот тут в Новгороде был уже два раза и думаю, что съезжу еще, потому что как-то запал мне этот город. Там раздолье для фотографа, конечно, для каких-то крупных планов церквей. А потом в пригороде Новгорода находятся интересные монастыри. Один из монастырей я здесь еще съезжу, который пришелся мне по сердцу, такой монастырь Путынский. Вот. Ну, собственно говоря, и все, смотрите. Вот. Кто досмотрит, очень хорошо, кто не досмотрит, ну, хотя бы получит вначале какое-то представление о городе. Хорошие люди, ценник достаточно на еду, демократичный и нормальный, в отличие от Питера. Вот такси везде стоит 100 рублей, ну 100, может быть, там 150, в любой конец города, потому что городок-то небольшой. Вот. Ну, собственно говоря, достаточно чисто, кстати. Собственно говоря, и все.
Все, всем пока, всем привет, до свидания.